Колумбия. Я слышал, что здесь даже дети знают, что такое коррупция, и занимаются контрабандой наркотиков. Ну, пора начинать шоу. В какой стороне юг? Так, секунду, ребят. Короче, всем здорово. С вами Казуку Фэмили. И сегодня мы начинаем Хитмана и низкое разрешение. Просто обосраться. Я не знаю, но... Это самое ужасное, что может быть. Когда после высокого патча ты играешь в низкое раз... Ах вы пидоры. Но я вас и не заметил. Пидрюги. А чё так мало патронов? Пошел ты в жопу. Да вы что тут все соберетесь, что ли? Нафиг я это сказал. Они правда, блядь, все соберутся. Блядь, вы бы хотя бы говорили бы, откуда вы собираетесь. А то непонятно где появляются. А я должен потом за них это жрать. Блядь, а где ж в прошлый раз я обнаружил упавший самолет нахер? Вот это единственный минус, что искать сраное место аварии просто. Подожди-ка. Блять, я опять не в ту сторону пошел, да вы издеваетесь. А по-моему прямо и чуть правее. Левее. Ага. Может быть это здесь? Бля, почему так тяжело это упавшее дома найти, а? Блин, я бы сказал. Но не при денег, которые меня смотрят. Хм, смешно. Ладно, да. Тут еще, блядь, и музыка, и джунгли. Ты, блядь, даже не поймешь. Чего плакать и смеяться? Так, подожди-ка, может быть здесь где-то? Слышь ты, еще вас, молокососов, не хватало, а? Глянь, возле самолета пидоры, прикинь.
Ты прикинь, начальник. Они, короче, защищали самолет, типа. Блять. У меня патроны, блять, кончились. Охеренно, блять, просто. Какой идиот по два патрона собирает? Охренеть, блять, просто. Да. Фух, теперь попроще все будет. Чуть-чуть, наверное, надеюсь. Так, мне показалось, или там патроны, типа карта патронов. Смотри-ка. Ну да. И где здесь патроны должны быть? Под каким местом они должны светиться? И что за херня? Ой, короче, в жопу с этими патронами. Это просто тупо ляно. Так, а вот там тупо должно быть снова деревня. Чего? А где? Что за тупость? Серьезно? О, вы нашли золотого идола! Очень хорошо. Пожалуйста, отнесите его вождю нашей деревни. Да отнесем, да отнесем. Где ваш идол? Это что? Ага. Красавчик! Череп тебе говорит спасибо, да? Я принес вам потерянного идола. Белый человек, возвратив Чиджелюкса, вы вернули надежду в наши сердца. Но наркобарон забрал и моего брата. Он у Большого моста. Вы найдете его, если пойдете вдоль реки на запад. Когда я вернусь, вы укажете мне способ подобраться к наркобарону. Окей. Надеюсь, он этот способ нам скажет.
Так, подожди. Угу. Значит, выход где-то здесь. Я мой калашник. Ну. Блин, только далеко опереться. Вообще далековато, капец. Ну, что поделать. Я думаю, можешь по реке вдоль идти. Да как вы меня заебали, я бы сказал, да промолчал бы. Так, короче, всех. Так, погнали дальше. Будем идти тогда вдоль реки. Вот мне интересно, нафига нам маскировка, если я иду просто мимо, и они начинают в меня стрелять. Классная маскировка. Обожаю такую маскировку. Потрясающая маскировка. Так. И эта миссия, походу. Довольно-таки суровая. Блин, вроде бы интересная локация, прикольная. Все эти нафиг джунгли туда-сюда. Опа. Понятно, эти суки меня уже ждали. Быстрее наверх. Гоу, 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 гоу. Смотри. Возьми снайперку. Да быстрей. Ну. Отлично. Ну чё, мы его спасли или нет? Проверим. Да идите в баню, заколебал. Теперь в деревню возвращаться, да? Да иди в жопу. Капец, я даже не знаю, сколько эта миссия продолжается. Будет еще вторая. Но вторая будет поинтереснее, чем эта. И, наверное, это прохождение назову Рэмбо. Бляха. Так, подожди. Почему реально не Рэмбо называется? Мы просто Рэмбо. Блин, и вот самое главное, что тормозят три миссии в грёбаном открытом пространстве. Джунгли в основном. Но это именно Full HD почему-то именно тормозит. Так-то вроде бы, ну, игра не поддерживает максимальное разрешение, и, видимо, текстуры прогружаются. Я не знаю, какие компы были у разработчиков и на каких компах они создавали Хитмана.
то, что игра Full HD выдает пиздец, это трэш просто. А так, все-таки игра очень такая, как сказать, интересная. Все-таки первоисточник. Так, вы ж не станете стрелять, нет? Ребят. Я жду вашего брата, которого тоже скоро будет здесь. Hello, motherfucker. Черепок, милый Йорик. Йорик черепончик. Даже разноцветный Йорик. Так, ну когда он там придет? А, почти. И это. Пабло, ты где? Где он там? Он бежит? Блин, так деревья забавно выглядят в 2000 году. Вот это просто голые какие-то деревья. И где Йорик? Где братанчик? Он идет? И где он? Или он пришел? Алло. Где ваш милый брат? А, подожди, а чё? Чё, он типа пришел уже, что ли? Подожди. Может, это я туплю? Вы очень помогли нам, чужестранец. Я должен отблагодарить вас. Скажите, где найти наркобарона? Пройдите на другую сторону реки через наш мост, там перейдите двор храма и найдите Тескатлипопу. За ним находится тайный подземный ход, который ведет в укрытие барона. Будьте осторожны, ведь вы пройдете по священной земле. Не гневите нашего бога. Найдите мужчину, торгующего наркотиками. Он должен ответить за все свои злодеяния. Отлично, прошли, значит, следующая миссия, да? Выполнена. Да, лесное божество, это у них этот... Ягуарчик. Найдите секретный проход в лагерь Пабло, но не Эскобара. Ребятки, извините. Я не мог взять что-нибудь попить. Так. Угу. Чего? Ты чё? Ты чё снайперку выкинул? Ошалел совсем? Снайперку-то хорошую-то выкидывать. Да. Охереть! Вы чё такие живучие, блядь? Охерели совсем? Нихера себе повороты судьбы. Что я снайперку взял?
Блять, вот как можно, извините меня, с одного выстрела со снайперки не умереть? Только в голову. Снайпер элит даже сосет, отвечаю. Так, а где тут кабаны? Блин. Нихуя какой живучий кабан. Так, подожди, а куда его можно отнести? Блин. Тут кабана надо относить куда-то налево, да? Так, подожди, а если, допустим, просто я не помню, в какой стороне это. Или? Нет. В той, что ли? Или наоборот, в той? Случайно не где-то здесь. Стоп, а почему именно здесь? О, прекрасно, вообще перпендикулярная сторона, блядь. Я дебил? Видимо, что да. О, господи, когда было высокое разрешение, тут таких проблем вообще не было. Еще бегать с этой свинкой Пеппа, блин. Капец просто. Да иди ты нафиг. Стоп. Серьезно? Здесь ни при чем, подожди. А где было в прошлый раз? Пиздус какой-то, а? И куда? Серьезно, чисто прямо, что ли?
То есть вот это. Ля в натуре. Походу сюда. Ну да. Хищники стоят. Ура! Наконец-то, блядь, я нашел тапочка. Киса. Киса, киса, киса. Так, дырка. О. Киса, кушай, кушай, киса. Кушай, кушай, киса. Кушай. Кушай, кушай. Кушай, киса. Кушай. Ням-ням-ням. Кися. Ням. Кися. Ням-ням-ням. Кусня. Все, нам пора. Надо было кисю обмануть и не стрелять. И все. Ну а теперь дело наркобарона. Так. Передай привет моему маленькому другу. Да, отсылка к Тони Монтана и к этому. Так. Уничтожьте ворона, взорвите лабораторию, все как обычно. Пабло Велисарио Охот. 65 лет, капец. Мужик просто старый пердунёк. Просто. Так, а вот и... Так, у нас есть десерты, да? Так. Миссия довольно напрягающая. Но, как говорится, не впервой. Так. Главное просто им не попадаться. О. Где-то у них должен быть проход. Скоро. Лишь бы не какой-то урод не попался бы. Потому что скоро мы должны... Это здесь, подожди. Здесь, значит, да? Так. Ага. Вот уже получается блокпост, да? Понятно, ладно, мы же сможем пройти. Так, подожди, а нам идти в дом налево? А не дом. Стоп. Тут же рядом хата должна быть. Стоп, а где дом? Вот это дом, хата или что? Нет, стоп, это не хата. Вот хата. Ага, так. Стоп, подожди.
Ага, окей. Давай. Отойди куда-нибудь в другое место. Какой ты дерзкий. В смысле ноль патронов? Не понял. А чё за прикол? Ну чё тут подохерели все? Так это шо, не пулемёт? Я чувствую твоё дыхание, и мне оно не нравится. Кола Ханчо, передайте привет моему маленькому другу. Я сильнее тебя, амиго. Не бать нас тут. Чё, гоните что ли? В смысле? Что это за трешня? Я не чувствую боли. Капец. Да убей ты этих мразей. Да в смысле, он еще и приблизился, урод. А у тебя побольше ничего нет? Ну давай, покажи, что у тебя там есть. Ха-ха-ха! Зачем ты принес сюда эту пукалку? Ты же проиграешь, мучача! Ты чё, пуля непробиваемый, блядь? Ты что, заблудился? Иди к папочке. Ты на моей территории. Тебя сюда не звали. Я изобью тебя, потом брошу в реку и посмотрю, как пираньи разорвут тебя на кусочки. Мерзкое отродье! Ты думаешь, что сможешь убить меня? Когда ты сдохнешь? Ублюдок. Откуда у тебя столько... Ну! Подбери уже наконец это говно. Давай. Убирай мое говно. У меня больше... Так, подожди. Бомба. И, по-моему, все. И надо валить, взрывать нарколабораторию. А где нарколаборатория? Подожди. Она где-то... Короче, прямо и до конца. Где-то здесь. Так. Только вот непонятно, с какой стороны она, ну да ладно. Та бляха-муха. Да сдохните, а. Хуля ты стоишь, лыбишься, смотришь, долбоёб. Отойди. Так, пора нахуй взрывать её хуям собачьим.
уходим нахрен отсюда. Так, подожди, а где этот самолет? В какой стороне? А, влево. Погнали. Блять, где он? Стоп. Просто валим нахер и все. Да не обращай внимания на этих уродов. Нахрен, улетаем нахер отсюда. Ура, блядь. Так, ликвидация наркобарона и взорвали секретную лабораторию. Отлично, миссия выполнена. Торговые традиции. Так, Будапешт, гостиница, сауна. Ваша цель — Франц Фукс, террорист и его брат, похоже, да? Ага, получить бомбу хочет заказчик, так что придется ее вынести из гостиницы. Из лап террориста. Уничтожить Франсуа Фукса, его брата, видимо, захватить бомбу у террориста и проберитесь к месту, окей. Вот этот урод, 64 года, террорист безвозмездный и жестокий. А, ну да, там же оружие нельзя принести, вы поймете почему. Будапешт. Известная гостиница с сауной. Отличное место, но слишком много охраны. Я должен выглядеть безупречно. Хорошо, что я взял костюм. Вот. И какая нас ожидает тут проблема? Появились металлоискатели. И металлоискатели будут практически везде. Так, сколько там времени? Так, ну всем спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем удачи. Спасибо за просмотры. И в следующий раз будет на максимальном разрешении Hitman. Это были 3 глючные миссии. Всем спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем пока-пока.